На колонне технологических МКТ производится спуск компоновки. Технологический пакер. Выше пакера устанавливается струйный насос УЭГИС. После спуска на требуемую глубину производится посадка технологического пакера. В скважину, во внутреннюю полость МКТ, производится спуск геофизического прибора на гибкой трубе с запасованным кабелем. На теле гибкой трубы имеется герметизирующая вставка, которая позволяет свободно, без потери герметичности, производить спуск гибкой трубы. После стыковки герметизирующей вставки со струйным насосом УЭГИС производится спуск геофизического прибора до запланированной глубины. Дальнейшие действия. По НКТ производится закачка технологической жидкости. Проходя через струйный насос, происходит разрежение, эффект вакуума, за счет чего происходит снижение давления в подпакерном пространстве. Тем самым возникает приток пластового флюида из продуктивной толщи. Геофизический прибор производит замеры и определяет водо- и нефтенасыщенные участки. Начало процесса. В скважину производится спуск компоновки. Трубная заглушка, технологический пакер. Способ посадки осевой загрузки на механический якорь. Колонна труб, оборудованная перфорированным патрубком. Длина труб подбирается в зависимости от длины обрабатываемого интервала. Способ посадки опорой на забой. Колонна НКТ до устья. Обработка интервала номер один. В запланированном интервале производится посадка пакера. Определяют приемистость объекта обработки закачкой технологической жидкости по НКТ. Далее по НКТ закачивается кислотный состав и продавливается под давлением в интервал номер один. Технологический пакер с опорой на забой предохраняет обсадную колонну и интервалы номер 2 и 3 от воздействия кислоты и давления. Последующие интервалы обрабатываются аналогично. В скважину производится спуск компоновки, состоящий из двух пакеров надувного принципа действия. Между пакерами установлена колонна труб с перфорированными патрубками. Длина труб подбирается от протяженности обрабатываемых интервалов. Колонна НКТ до устья. Обработка интервала номер один. В запланированном интервале путем нагнетания жидкости производится посадка пакера. Разгрузкой веса происходит открытие клапана и появляется доступ в межпакерное пространство. Определяют приемистость объекта обработки закачкой технологической жидкости по НКТ. Далее по НКТ закачивается кислотный состав и продавливается под давлением в интервал номер один. Верхний пакерный узел предохраняет обсадную колонну и интервалы номер 2 и 3 от воздействия кислоты и давления. Последующие интервалы обрабатываются аналогично.